Так, зашли с Даней после школы, купили небольшие покупочки, сделали, значит, вот покажу, что купили. Значит, филе из грудки цыпленка, это сейчас я буду делать котлетки. Здесь кило 220 грамм, потянули на 365 рублей 88 копеек. Килограмм стоит почти 300 рублей. Также взяла кусочек говядины на кости. Может для супа, а может быть срежу мякоть и добавлю сейчас в фарш котлеток. Вот, потянул кусочек на 151 рубль 83 копейки. Это 452 грамма. Килограмм 335 рублей стоит. Вот такую морковь мини взяла. Значит, она за килограмм 169,90 вот, на 39 и на 31 рубль. Это я, когда овощи запекаю, добавляю иногда такую морковку. Так, то, что свежие нету, но замороженное тоже у нас хорошо идет. Значит, 129 рублей 90 за килограмм на 61 рубль. Брокколи также замороженные. Я вот так мешаю на сковородку такую пачку делаю. Получается такой ассорти. Значит, брокколи за килограмм 159,90. И вот потянули пачки на 47 рублей, на 59 рублей. Сок, значит, Даня взял. Он стоит 53 рубля. 53 рубля. Кока-колу 65 рублей. Кока-колу литровую. Сколько? 65 рублей. Вот, дальше взяли мандаринчики вот такие большие. Ну, мы брали их, они вкусные. Значит, сейчас они довольно дешевые. 89,90 килограмм. 152 рубля потянула упаковочка. Два королька взяла хурму. Значит, на 26,38 килограмм 94,90. Макароны Макфа, вот эти стоят 44-45 рублей, а вот эти стоят 48. Так, теперь к чаю взяла вот такой бонжур суфле. 86 рублей. 86 рублей. И бананчики на потянули на 96-60. Бананчики вот 6 штучек, 96-60. И вот, значит, эта покупочка потянула на 1434 рубля 59 копеек, но со скидкой. Скидка у меня была 9% карта, но она, правда, применяется не ко всему. Мясо, по-моему, не применяется, это другой отдел, и фрукты, то есть это на все остальное. Если свыше 600 рублей берешь, то скидочка. Так, вот Даня чуть-чуть хочет попить колы, набегался. А я сейчас буду делать котлетки. Не знаю, еще не решила. То ли буду делать котлетки с картошечкой, то ли буду делать котлетки с макарончиками. Ты с чем хочешь? С картошкой. Ну, сейчас вот посмотрим. Может быть, с картошкой, с пюре. Угу. Все, время у нас сейчас. Вон, 2 часа 10 минут. Так что Маша придет еще только через полтора часа. Как раз сейчас приступлю к готовке. Даня перекусит пока что-то другое. Обед будет уже, когда Маша придет. Даня будет отдыхать после школы чуть-чуть и потом делать уроки. Да, Данюша? Угу. Так, на улице у нас минус 7. Снежок такой хрустит. Погода, в принципе, хорошая. В школе началась уже лыжная подготовка. У Дани начнется со следующей недели в понедельник, а у Маши уже началась. Вот розочки у меня так вот цветут постоянно. Новые появляются бутончики и цветут. Вот так вот снег лежит. Дети идут. Подростки из школы. Вот было солнышко, вот когда мы шли домой. Сейчас, ну, небо тоже все равно видно, что голубое. Сегодня не затянутое, но сейчас солнышко скрылось. Вчера я получила такие оценки: 5 за ИЗО, 4 за математику и 5 за литературное чтение. А сегодня пока ничего не проставили.
Так, ну вот, я решила, что вот эту, значит, говядину я отрежу вот эти кусочки хорошие и сделаю фарш совместный с курицей. А эту косточку я положу в холодильник на суп. И потом борщ, чтобы приготовить. Вот, в общем-то, я обрезала косточку. На это оставлю чуть мяса, чтобы на суп тоже было. Так, ну вот, я положила в пакетик эту косточку. У меня осталась хорошая косточка с мясом вот на борщ. Сейчас я положу в морозилку. Ну вот, помыла курицу. Говядина тоже помыла. Вот сейчас кусочки такие небольшие, чтобы молоть было удобнее. Порежу так кусочками. Покажу. Чтобы большие куски плохо в блендере делаются. А когда поменьше, лучше. Вот тут, кстати, косточка. Такая ее почему-то ее не достают. Вот такая косточка. Я специально ее с кусочком мяса делаю, потому что у нас вот тут вот рич стоит и ждет. Так что, чтобы ему перепало, я с мясом отрезаю чуть-чуть. Вот. Так, ну и сейчас, чтобы кисю не обделять, тоже сейчас дадим ей кусочек. Мы поставили на плиту еще рис, потому что решили, что хотим фрикадельки сегодня. Так что у нас будет фрикадельки с рисом. Вот. Приготовим ее до полуготовности, потому что они еще потом будут тушиться, и рис доготовится. Все. Вот, достали мясорубку. Будем мясо молоть. Вот, только это не мясорубка, а блендер. Потому что мясорубку мы достали бы, если бы у нас было много мяса. А у нас мяса не очень много, поэтому мы любим делать в блендере, да? Ну хорошо, это блендер. Мы достали блендер. Сейчас мама подключит. Будем молоть это мясо. Так. Берем, ставим ближе. Вот мясо. Вот блендер. Кладем мясо. Кладем кусочки, вот поэтому я резала на небольшие кусочки. Вот. Можно этот положить. Много не надо, но хуже будет молоть. Тяжело будет молоть. Вот. Сейчас посмотрим. Ну, основное вот промололось. Вот он, получается, фаршик. Все, сейчас еще чуть-чуть. И так мы будем все куски делать. Но чтобы не шуметь, мы выключим. Потом покажем уже фарш. Вот так мы будем делать фарш. Ну вот, Даня мне помогает. Так, вот Даня чистит морковку. Рис у нас варится. Уже надо выключать его. Ну что, получается, Данюша?
Ну, я же не первый раз чищу. Да, он любит мне помогать морковку чистить. Все надо выключать. Сейчас рис разварится и пригорит. И невкусный будет. Сейчас будем натирать на терочке морковку, смешивать рис, мясо, тертую морковочку, солить, перчить. Вот лук еще сейчас туда. Или пить фрикадельки. Как можно пить фрикадельки? Ну, кругляшки лепить. А, мне послышалось пить. Лепить. А, пить. А мне пить послышалось. Вот морковка. Все. Вот, Даня дотирает морковку, но вот тут уже я начала смешивать морковка, рис, фарш, лук. Сейчас посолю, смешаю, ну и, в принципе, все, и начну лепить. Все. Вот мы поперчили, посолили и добавили приправы для мяса. Уже чуть-чуть перемешали. У нас получилось вот так. Вот сейчас мама будет опять перемешивать. Главное теперь все хорошенько перемешать, чтобы у нас не было такого, что в одном месте будет моркови многого, в другом риса, в третьем соли. Выглядит сейчас очень аппетитно. Все, сейчас я домешаю, и мы с Даней начнем лепить. Вот мама сделала несколько фрикаделек. Сколько еще поместится? Две, наверное, да? Да, еще две. Вот это нам на сегодня, а остальные, наверное, я сделаю и заморожу. Да, пока их 10, а будет 12. Да, будет 12 еще. 10 плюс, да? Ну, они довольно-таки 12. Крупные, потому что это так не как... Это как большие фрикадельки у нас. Вот 11, и сюда поместится вот 12. Сейчас еще один здесь, будет 14. Остальные я налеплю и заморожу. Да. И сделаю такой подготовочку, чтобы когда время не будет лепить, достал из холодильника. И разморозится. Нет, достал из холодильника, кинул, вот так вот потушил их, и вот фрикадельки. Ну, я смысл заморозил, положил, погрел, и все. Все. 14 штучек. Все 14. Слушай, мама, а тут может еще вон тут поместить? Не, тоже нам еще надо будет, мы сейчас зальем соусом. А, ну ладно. Много не наливаем. Ну, так, чтобы они были, тушились. Где-то вот так. Вот вода. Сейчас приближу. Наполовинку их закрываем в воде. Вот. И включаем, пока на сильный огонь. И накрываем крышечкой. Так, крышечка там. Вот мы все-таки нашли крышечку. Когда они приготовятся, мы опять снимем. Вот мама сделала еще 13 фрикаделек. Вот. А. Сейчас в морозилку мы их отправим. Вот верхний лоточек для быстрой заморозки. Мы вот так ставим. И минут через 30 я переложу в пакетики. Уже будет нормально. Так, ну вот, значит, у меня фрикадельки уже скоро будут совсем готовы. К ним я готовлю картошечку. Отварю картошечку и отварю овощи, брокколи и морковку. И вот будут овощи с картошечкой и с фрикадельками. Это брокколи замороженные. Даня очень любит брокколи, Маша не очень, но стараемся, чтобы она тоже ела. И морковка. Даня очень любит вот эти овощи. Так, вот Маша пришла из школы. Что нового? Что получила? 5 по географии. Вот, 5 по географии. Молодец. Больше ничего нового нету? Mm-mm. Ясненько.
Молодец, что 5 получила, умница. У меня уже 2 пятерки по географии. Сейчас кушать будем скоро. Пока Маша мандаринчики ест, бананчик. Ну вот уже покушали даже дети. Вот такие овощи получились. Такие вот фрикаделечки. Ну, картошка, просто вареная картошечка. Все, сейчас чаек пьют. И будем делать уроки. Так, вот приморозились мои котлетки уже. Они вот такие вот жестенькие стали. Они стали уже жесткими. Вот, и сейчас я буду их перекладывать в пакетики. Так, ну вот, Данечка постригся. Я его постригла, он попросил покороче. Повернись, Данюшечка. Вот, чтобы у него голова не потела на физкультуре. Ну и просто. Передом, Данюш, встанет. Так что вот так. Такой он прям хотел вот так вот, чтобы у него была короткая челка. Так, купили Дане куртку. Вот такая она. Так, вот рукава такие. Кармашки. Такой капюшончик. Здесь наверху вот такие вот ромбики идут, прошито. Вот мех такой, она утепленная. Здесь кармашки. Настоящие, то можно что-нибудь сложить. Да, второй. Да, из боков тоже, да, кармашки? Да, только они не такие, не ломаете. Но они не прикрепляются. Так, вот сбоку кармашки уже не на молнии, просто. Так, внизу резиночка. Тоже так все прошито. Красивенько. Ну, отойди теперь в общий план. Так. Все, удобно руки поднимать? Да. Так. Вот такая курточка. Значит, у нее здесь мех на молнии, прошита верхняя полочка вот тут вот, и сзади тоже вот так прошита. Дальше она простая. Очень интересно прошита манжетики и низ курточки вот таким. Так красиво. Значит, кармашки здесь открывающиеся, здесь просто. Так, вот молния открывается, здесь тоже мех. Все, такая она мягенькая очень. Так сзади выглядит. Вот это размер у нас получается 140. Размер 140. Вот. Не знаю, чуть-чуть, может быть, на размер хотелось бы побольше, но не было побольше. Вот будем смотреть. Может, что обменяем на размер побольше, если получится. Вот такая для Дани курточка.